true. Zachary. I saw Zachary. Hey, Jesus, you're me. Thank you.
Что можно сделать вместо Дрездена и как организовать зоопарк? Потому что зоопарк я... Мне должны проинструктировать, что и как делать, и вообще можно ли зоопарк заменить Дрезденом, чтобы я пошла с вами и все организовала. И я написала письмо, его должны прочесть и написать мне смс-ку. Звонить не стала, потому что это было 12 часов ночи, 11 часов. Поэтому, когда начнут работать мои сотрудники, то они меня проинструктируют, и я вам сразу скажу, или можно будет сделать зоопарк. Кто бы пошел в зоопарк вместо Дрездена? Все, хорошо. Значит, когда будут какие-то новости, я вам сразу скажу. В Дрезден, не знаю ли, есть смысл ехать. А если своим ходом, оно дорого? Ну, своим ходом дорого, и нужно... Это тяжело, потому что автобусы за пределами города, очень большой километраж, поезда. Вы просто можете потеряться, чего бы я очень не хотела. Если бы тур был дольше и более размеренный, а так мы должны вписаться в какие-то рамки, чтобы приехать вовремя в гостиницу. У вас будет минут 10-15, чтобы сходить в туалет. И уже будем подъезжать к границе. Еще осталось совсем чуть-чуть, километров 13. Сейчас 15 минут. Тогда в половине 11-го в автобусе собираемся. Можно даже быстрее.